Приветствую вас, Анна. Давайте разберем ваш вопрос. Во-первых, надо сказать, что с точки зрения психологии никакая сатисфакция такого плана не поможет. Месть — это то, что оставляет только пустоту, не решает проблему. То, о чем вы говорите, очень сильно похоже на месть. Это первое. Второе. Я понимаю, что у вас есть с отцом сложности, и я понимаю, что, ну, что не все там гладко, вот, но мне кажется, что если у вас обида на отца, есть обида на отца достаточно сильная, вот, и мне кажется, что начинать нужно именно с этого, с проработки обид и негатива к нему, агрессии, может быть. Потому что вы не сможете адекватно защищать, вы не сможете адекватно обозначить свою позицию, если будете обижены. Вот, если будет действовать негатив и так далее. Не только за то, что произошло с дочерью. Следующее. Да, вы правильно сделали, что решили, безусловно, пожалеть маму, да, она, мама, она, как бы, ну, не должна расплачиваться. Вот, но меня смущает, что вы очень, быстро, во-первых, поверили дочери, ну это ладно, я думаю, что основание для этого есть, а во-вторых, думаете, что решит проблему то, что вы хотите сделать, не решит, потому что вашей дочери будет просто-напросто все отрицать, он обвинит вас, обвинит дочь и вашу дочь, и в принципе все на этом закончится, то есть никакого раскаяния, ничего не будет, понимаете, как бы, если человек поступает таким образом, то он, как бы, с одной стороны, он этого хочет, он разрешает себе это делать, а с другой стороны, он понимает, что никто его не одобрит, и он, ну, делает это так, чтобы никто не мог его уличить, поэтому никаких признаний с его стороны не будет, вообще ничего не будет с его стороны. Вот, я думаю, что он, если не забыл, то готов к такому раскладу, а если забыл, то с учетом его характера, такого, мягко говоря, не самого легкого, но просто решить, чтобы это придумали, чтобы его, как бы, ну, очернить. Вот, поэтому, мягко говоря, сомнительно выглядит ваша идея сатисфакции. Повторю, сатисфакция никогда никому не помогала. Это не решит проблем ваших обид, это не решит проблем дочери, потому что в идеале для того, чтобы ты имела какой-то эффект, нужно, чтобы человек искренне раскаялся, попросил прощения у дочери, у вас и так далее. Ну а теперь, собственно, спросите себя честно, как она есть на самом деле. Вы правда верите, что ваш отец раскается и попросит прощения у вас и у дочери? Нет. Поэтому и то, что вы предлагаете, это выглядит просто как спущенная по удобному поводу пружина. Ну, то есть, по сути, вы хотели это сделать давно, просто не было повода. Сейчас повод появился. Ну, как бы, это так не работает. Дочери нужна психотерапия, дочери необходима проработка тех травмирующих моментов, которые она, к сожалению, прожила. А вот, и, соответственно, дочери нужна помощь специалиста. Вам, Анна, нужна помощь специалиста
тоже. Вот это то, что я могу сказать. Когда дочь поработает со специалистом, вы поработаете со специалистом, даже можно будет поехать к вашему отцу. Не папаша, как вы его называете, а отцу. Каким бы ни был, он отец. И как бы относиться к нему неуважительно означает не то, чтобы давать заслуженное отношение человеку, мол, он такое отношение к себе заслужил, а это скорее вас характеризует. Это скорее ваше отношение характеризует. Понимаете? Вот в этом вся и речь. Поэтому с точки зрения психотерапии наиболее полезным решением это будет для вас. Я думаю, что дочь ваша достаточно взрослая, чтобы присутствовать при серьезном разговоре, но как бы здесь очень важно убедиться в том, что она действительно этого хочет, а не желает оставиться как есть, потому что, как вы правильно сказали, прошлое не изменить, поэтому вы это сказали совершенно верно, так что нужно двигаться дальше. Повторюсь, вместе и обсуждением сферования этой темы именно вот в контексте каких-то споров, это не то, что идет на пользу ребенку, тем более, ну, травмированному ребенку. Так что как-то так. Вот. Далее вы просто такие слова найдите, чтобы это чувство вины совсем ушло, чтобы оно не гнобило ее. Вам никаких. Это работа психолога. Так. Непонятно, что вы надеетесь увидеть у него в глазах, с учетом того, как он себя ведет. Вот. Но если вы скажете ему, то он может вашей маме рассказать об этом. Назло, и в принципе, он имеет право ей рассказать. И вот не гарантия, что он ей не расскажет, да? Как бы. То есть, знаете, я сейчас скажу, наверное, не очень приятную вещь, но мне кажется, что у вас есть свои цели. Вот что мне. Мне кажется, вы вот с дочерью уловили некий такой порыв, но она подросток, это нормально. Вам нужно быть более зрелой, более мудрой в этой ситуации. Понимаете? И сатисфакция, очная ставка, это не то, что выбирает зрелый человек. Вот такой мой ответ. Дочь одна, ну, ваша дочь одна, могла бы, если хочет, поговорить с дедом. Одна. Могла бы. Без вас. Потому что это касается только ее, касается только деда. Это было бы справедливо. Это было бы уважительно по отношению к ней, вот, но только после психотерапии. Привлечение большого количества людей, большего количества людей, всегда ведет к эскалации конфликта. Вот. И повторюсь, Анна, вам, как мне
кажется, вам нужно признать, что есть у вас собственные обиды. Нас. На отца. Вашего. И обиды могут касаться только одного. Борьбы по поводу факта задевания того, что говорит отец ваш про вас и ваш, ну, брак. Такая вот история. А на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.